это мы так и не сделали фильм. Я прошу прощения, но у меня есть этот фильм. Вот он, видите? Похожий. Спасите наши души. Еще раз. Значит, люди усталые, с похмелья, не выспавшиеся. Источник повышенной опасности не просто на дороге, а из-за гипотогенных зон. Внимание. Специально говорю еще раз. Ничего не показывает то, что внизу. Значит, несколько аварий видел и по местному телевидению, и все жаловались. На какую-то секунду крыша едет. Даже у здоровых людей, не алкоголиков. Вот. Прошло время. Вот. Я начал за этим бороться, я начал узнавать, я начал расследовать, я начал значит, все проверять. Я обратился к телевидению. Оказалось, что им не надо. Вот. Уже после этого, как хотел я спасти, чтобы вот было вот это вот самое, а тут нету сейчас, ну чуть ниже, вот, Москва показала еще в этом месте аварию, о котором я говорю, вот, с трупами, и вот это место ничем, никто не снижает скорости, я недавно догадался, что в интернете набрал аварии в Саяногорске. Смотрите. Угу. Оказалось бы, совершенно ровная дорога. Это уже после того, когда я колокола бил, когда я обращался к Путину, когда я это самое, спасите наши души, там тысячи просмотров. Вот. Мы живем в такой стране, где на нас начихать. Смотрите. Только в этом месте. Видите эту стелу? Угу. Вот. Кто знает, где эта стела? В этом месте. Смотрите. В этом месте. Вот. А теперь смотрите к нам ближе. То есть до сих пор и никогда, я боюсь, что мы потеряем еще тысячи жизней, тысячи сирот. Как тысячи? Десятки, сотни тысяч, если брать за десятилетия. Сирот, могил, горя. Только потому, что никто не знает правду. Вот что можно, вот допустим, я к Киселеву обращаюсь, он самый такой деятельный из моих помощников, да? Вот этот кусочек, вот начиная вот с этого, вырежьте, ну, как это, потом, естественно, он попадет ко всем вам, рассылка. Вот. Ну, так трудно, чтобы 100 человек одновременно послали в Академию наук этот фильм. Вот. Потому что, как, я, ну, такая беспомощность, у меня же когда-то ж руки могут опуститься. Ну, почему я один воюю? Почему я знаю правду? Почему я в этом фильме, я же ездил это самое... Все это проверял с рамками, ходил, ездил на машине на малой скорости. Вот все это правда. Статистика страшная вещь. Вот. И вот это наплевательское отношение властей. Они не дураки, нет. Они даже не предатели, они не эти самые, не убийцы. Они просто не ведают, что творят. Их мироощущение, их сознание, вот той элиты, которая сейчас, оно за пределами этого находится. Вот. Самое интересное, я вот понятно, представляешь, один губернатор разбился, второй разбился, третий разбился. Вот, чинов поменьше, они же тоже гоняют, им плевать на эти, да, скоростной режим. Кто там, замгубернатора, или тоже по полной кладбище. Они не виноваты, они просто, и не дураки, они просто не в курсе. А им приказать может только один человек. Еще раз, ребята, я вынужден на этом акцентировать. Нахожу похожую публикацию на мои же. Я же печатался до этого. Вот. И там областной город. Человек, который тоже придумал. Посмотрите, как это, что должно останавливать людей. Это мое. Это мне Денисенко нарисовал. Угу. Идея моя. Череп кости. Вот. Его исполнение. Ему за это ему надо госпремию дать. Потому что, знаете, а у него, у этого товарища, капля, такая яркая красная капля крови. Большая такая, выразительная. Вот. Ну и остальное так же. Энд местная ГИБДД. А ему говорят, а вы знаете, что каждый такой щит стоит сотни тысяч? Это, конечно, привлечение. Ну типа пошел ты за свои деньги ставь. Кстати, кто бы ему позволил? Вот. То есть нас два таких городских сумасшедших на всю страну. Как минимум два. В каждом городе есть белокаторщики. В каждом между городами есть кладбище. Дороги смерти. Они официальные. Весь интернет забит дорогами смерти. Ладно, пи один.
Там сотни, если не тысячи примеров. Дороги смерти стоят и идут эти самые. Перенесите, уберите дорогу, обойдите эту зону, да? Но это же деньги. Или хотя бы вот это нарисуйте, чтобы они уже плавненько ездили. Потому что такой плакат напугает кого угодно. А этот, они же его нарисовали, куда он делся. Они же нарисовали этот самый плакат-то от отчаяния, потому что они знают, здесь гибнут люди, бьются машины, портится их статистика. Ну кого хоть одного задержал? Они же не могут написать 40. Люди будут у виска крутить, дорога чистейшая. А кто в зонах этих понимает? Вот этот эмоциональный рассказ, сегодня я весь на эмоциях. Вот. Пожалуйста, это самое. Дорогой друг, и не вы один. Даже если три человека этот разместит на разных аккаунтах, по-своему обзовет. 30 человек. 300. Вот что нам надо. Ну иначе не достучаться. Только один человек в стране может дать команду. Вот. Но до него же не доходят, его же оберегают. Ну. Это после того, когда я уже фильм сделал. Уже, ну, что это? Ай. Все, проехали. Ну, эти трагедии только из-за этого. Страшная гепатогенная зона. Уж поверьте белокатовщику. Гепатогенная зона в нашей жизни. Участок соседский. Недострой. Гигантской высоты шестиэтажный дом. За 20 лет поднялись эти тополя. Прекраснейшее место. Слева растет десяток сосен. Им уже по 30 лет. Не дичают. Урожая каждая по 5-10 ведер. Сливы. Китайки. Справа, вот это вот прямо вот отсюда, вот это вот все место, вот этот участок, страшнейшая гепатогенная зона. Пробовали садить картошку, не растет. За эти годы не выросли те, которые называются самосев. Вот это тоже самосев. Все тут сплошное, а все это. Вот. Вот это рядом прекрасная почва, вот это почва негодная. Поставить здесь дом, хоть дом угадали, где ставили, правда, не достроили, да? А если бы достроили, посади здесь. А вы знаете, еще так, для общего развития скажу, вы знаете, откуда берется понятие «черная вдова»? Кто-то валит на женщин, пожила с мужиком, он умер, пожила с другим, он умер, а им что? Пожила с третьим, умер. А теперь представьте себе, что на одном и том же месте они живут, и каждый раз к ней в дом попадает мужчина, каждый раз попадает в гепатогенную зону, начинает гаснуть, через несколько лет. Да, дом на том месте, кровать на том месте. А, и восприимчивость к гепатогенным зонам совершенно разная. У женщин и мужчин? Нет. У разных? Нет. Мужчин? У женщин и мужчин есть биополе. Мы до этого не дошли. Йенсон, приезжайте, когда вы там? Через 10 дней. Неделю. Давайте доведем до ума. Итак, каждый человек обладает биополем от нуля до нескольких метров, причем от ноль, это у людей компьютерщиков, или как на нашем заводе, там 175 тысяч этих самых ампер ток, его снимает биополе, ну как наждаком сдирает, там у них нету биополя, вот, у больных нету биополя, а многих от рождения нету биополя. И тут же рядом, 2 метра в диаметре, 3-4-5, это экстрасенс, чем больше, тем ближе к экстрасенсу. Эти люди могут повлиять. Разозлился на тебя? Прощай, Вася. Вот. Значит, любят тебя, тебе комфортно, он делится энергией. И защита от этих природных гепатогенных зон, от компьютера, от тока высокой частоты. Сейчас же по всей стране же понаставили этих вышек. Здоровья уже не будет у населения. Да, страшное излучение идет, оно сродни родственное нашим, потому что это не электромагнитное излучение. Вот. Вот эти вот вышки, которых работают наши телефоны мобильные, еще страшнее эта вещь, и это все компенсируется только наличием биополя. Если это черная вдова, женщина с большим полем, рядом на этой кровати лежит мужик, один помер, второй, третий, заработал звание черной вдовы, причины никто не знает. Это хотите верить, хотите нет, вот, но я столько уже намерил этих квартир,